набирайте полный легкий воздух в продолжительность. То, что он под градусом, мужчина отрицал. А вот алкотестер показал обратное. Данный гражданин не согласился с результатами освидетельствования 0,21. А в присутствии вас мы его направляем для прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в наркологию города Златоуста. Он поедет с нами для прохождения медицинского освидетельствования. То есть врачи будут устанавливать уже сейчас. Впрочем, от прохождения медицинского освидетельствования водитель также отказался. По данным фактам в отношении нарушителя составлены административные материалы по части 1 статьи 11.23 «Неисправность тахографа» и статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В автобусе находилось 46 пассажиров. Они направлялись из Челябинска в Ашу, но пришлось задержаться. Позднее компания-перевозчик предоставила им другого водителя, уже трезвого.